Да, ребятки, это игрушка под названием Кастер. Добро пожаловать. Так, что надо сделать? Я первый раз, в принципе, в нее играю, поэтому хрен знает, что здесь делать надо. Давайте создадим ник. The Evil Gamer. Не, за мужского. Давайте за бабский перс сыграем, пох. Нормальный уровень, empty. Я, честно, не знаю, ребята. Посмотрим, что это. Сейф. Окей. Ну и чего? Yes. Как дальше-то? Не-не-не. No, no, no. Back. Community mod. Shop. Окей. Погнали. Ой, что из себя представляет эта игрушка? К сожалению, она не на русском, потому что разработчик из Америки, скорее всего. Так, и чего? А, нажимаем. Тут надо нажимать The Caster Clan Finale. Кто знает английский, сейчас прочитает. Ох, ты мой ник, The Evil Gamers Mission Direction, спасибо. Так, давайте дальше. Кому интересно, тут может читать. Господи, что это такое? Поиграем с вами в пиксельные игрушки. Так, и что мне надо делать? Спасибо. Вау, прикольно. Нет, это, конечно, игрушка полного в канале, я понимаю. Хоп, 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 хоп. Но, тем не менее, это забавно выглядит, ребятки. Опа. Спасибо. Такого на канале давно не было. Плыви, мать твою. Какой же пипец, а, ребят. Так, а что мы можем с вами? Dash, Shield, Parkour, Distance. Давайте это прокачаем и вот это. Без разницы, честно. Я пока особо-то не понимаю, что здесь делать надо. Ну, давайте продолжим. Продолжаем эту прелесть проходить. Забавно довольно. А, это было испытание, а вот теперь нас ждет настоящее испытание. Окей, допустим. Вот они, мы с вами. И что мне делать? Надо по лесу ходить? Фига себе. А, свободный мир, ребят. Даже в таких игрушках, как вот это, вот есть свободный мир, в принципе. О. Давайте завалим эту тварь. Хрена себе. Что, сдохнешь, тварь, или нет? Да. О, убили. Прекрасно. Каких-то монстров. Что это, блин, за дрянь? Не-не-не, пошел вон. На, сдохни. Дерьмо. Воу-воу. Отравили. Такое. Ни хрена себе. Я так понял, нам надо завалить всех монстров, которые здесь есть. Ну давайте. Что нам? На, скотина, сдохни. Какая-то чушь непонятная абсолютно. Так. Какие-то пришельцы, я бы так сказал бы.
которых валить надо. За них очки получаешь. Так. Но это второй уровень, поэтому тут, в принципе, не так трудно, ребят. Здесь нет ничего сложного. По прохождению. А вот там я уже смотрю, акулу есть, которая сожрать нас может, наверное. А не наверное, а да, сожрать. Блядь. Ни хрена себе. Так, сначала вот это завалим с вами. На. Какая ты. Что будет, если я упаду? Воу-воу-воу-воу! Уклоняйся! Все. Хрена себе. Прыгай ты, господи. Смотрите, уже противник начинает атаковать нас. Там что такое? Ага. Куда на меня, тварь? На! Сдохни. Пока нам ничего не доступно. Есть только одна способность. Поэтому... Давай уже, прыгай. Последнего надо прикончить. Побежали. Че, уже все, конец миссии, типа. А, ну да, в принципе, уже сейчас последнего там можно завалить. Или нам отмечен, типа, последний, кого надо прикончить. Давайте. Во-во-во, полегче. На. Что это? А, даже дерево можно валить? Да ладно. Сдох. Ни хрена. Прикольно. Смотрите, это получается, мы можем с вами оживлять деревья. Смотрите. Прикольная штука. Оп. Все деревья оживляются. Прикольно так. Добрая девчонка. Оживляет все деревья. Так, это у нас за текстуре, я правильно понял? Да, смотрите. Туда мы попасть с вами не сможем. Смотрите, пол леса оживили. Ничего себе, девчонка еще может. Девчонка, точнее. Девчонка. Так. Так. Оживляем это. В принципе, хорош уже оживлять. Тут, в принципе, уже оживлять-то и нечего. Хотя нет, деревьев дофига. Ну, лес он лес, поэтому, в принципе... Или нет, все-таки может она что-то. Все, хорош. Погнали. Хватит нас деревьев с этих. Их и так много здесь. Понавырастало. Погнали в следующую миссию. Тыры-ты-тыры. Блин, как Mortal Kombat, честно, немножко есть такое. Так, сейвинг. Прекрасно. Давайте дальше. Что это дает нам? А нам дает это много чего. Так. Все. Окей, погнали дальше.
Окей, спасибо. Что это такое? Ты чё? Ни хрена себе! Воу-воу-воу, полегче! Воу. Это что делает, а? Пошел нахрен. Уходим отсюда, ребятки. Или все же нам надо их прикончить. Давайте попробуем. Блять. Какой эпик, ребят. Вроде бы игрушка херня по сравнению, там, допустим, со многими играми. Но, блин, видите, что творит. Вдох. Опа. Вот так ты умеешь, тварь. Да, тварь. Ты что, сдох? Смотри, какая живучая тварь, а. На, скотина. Что, на нас, что ли, напал? Побежали. Вот, смотрите, прокачались с вами, ребят. Теперь можем бегать 2 часа. Воу, ни хрена себе. Тут и кратер. Давайте сначала здесь разберемся. Сдох. Слава богу. О, будет весело. Ахамбубга! Или как ее там? Ёж твою медь, ни хрена. Мы сами шлепнулись. Тихо, тихо, полегче. О, это боссы. На! Ни хрена себе. Мы прям с вами силу светлой стороны почувствовали. И мы прошли с вами. Прекрасно. Замечательно. Мы с вами смогли пройти. В принципе, игрушка не трудная. Опять же, она продается в стиме, ребят. Как и предыдущая игрушка, которую я сейчас на канале снял. Они все недорогие. Всем доступны, в принципе. Так. Так, ну чё, последнюю миссию мы с вами давайте попробуем вот эту пройти. Ну как последнюю, их тут до хрена на самом деле. Смотрите, мы с вами как на Марсе прям. Реально. Чуть такое. Побежали.
Окей. Сдохните вы, блин. Ой-ой-ой. Уходи оттуда. Хрена себе. О-о-о, полегче. Как мне это победить, говно? О, сдохло, смотрите. Офигеть. Вот. Осторожно, моя дорогая. Ну, говно ты-то не падай, господи. А, то есть даже так, смотрите. Набираем мощь и выстреливаем. Пух! Им конец. Чё ещё жив? Чё жив, охренеть. На-на-на-на-на-на. Мощнее ещё. Гад. Всё. Отлично. Так, и куда нам? Ой-ой-ой, не-не, не надо туда. Гадость, а? Да. Отлично, ребят. Прошли с вами эту миссию. И сохранение прошло. Так. Что мы с вами можем? Давайте вот это прокачаем. И вот то, что нам осталось. Ну что, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Мы продолжим игру в следующей серии. Не забывайте подписываться, ставить лайки. С вами, как всегда, был TheVilGamer. Мы еще с вами много раз увидимся. Всем удачи. Всем пока.